Необычный забор, который ограждает что-то от кого-то. Во дворе дома на улице Никитина 59А появилось ограждение, за которым только строительный мусор. Смысла в этих бетонных плитах пока нет, и это еще больше раздражает жителей. Свой забор поставил на нашу, в общем, территорию. То есть сейчас забор стоит на асфальте. Вот, нас это очень не устраивает. Люди говорят, что их никто не спрашивал. То есть межевание происходило с какими-то нарушениями, якобы. Я не в курсе, не знаю, как оно происходило, каким образом. Ну и вообще, что просто две машины пожарные здесь не разъедутся. По нормам все замерялось. По словам Алексея, оснащение двора пока не завершили. Здесь еще установят знаки, которые должны обеспечить безопасность в случае ЧС. Во дворе тупиковом это необходимо, так же, как и необходимо оставить проезд пошире. Иначе в случае, например, пожара, машина просто не сможет развернуть лестницу для эвакуации. Подрядчики, строящие забор, с этим не согласны. Там на углу, ну там на углу. Там на асфальте выбита дырочка специальная, геодезия. То есть по спутнику стреляли. Соответственно, мы зашли внутрь даже территории, там даже отступили на метр дальше от якобы ихней территории, то есть им расширили даже больше, сделали зону. Но этого не хватит для нормальной работы пожарной техники, в этом уверены жители. Нормы говорят, проезд в ширину должен быть не менее 3,5 метров. Что скажут по поводу этого дома в МЧС, узнаем скоро. Запрос мы отправили. Андрей Дриер, Алексей Фризин, День с толком.